Брат, ребят, что происходит? Ребят, пацана убили. Ё-моё. Там драка, там драка. А куда его повели-то? Куда повели? Комнату охраны. Куда повели? Куда повели малолетку? Вы что с ним там делать собрались? Полицию вызвали. Вот я еще голову ходят, ура. Это видео было сделано? Не-не-не-не. Вы его снимали с датом? Смысленно задерживали? Стас, смело охрана. Когда он сидел, на перелог его снимали. Вы меня задерживали? Вы идиот. А что я совершил такое? Не понимала задержку, молодой человек. Что я совершил такого? А вы на репродукции что-то снимать? Я бы докладывал. Хотя он упал бы. В смысле, а что сделал? Мы сидели на перерыве. Он сидел? Да. Какое самоубийство? О чем вы вообще говорите? Мы вдалеке были, я не знаю, что случилось. Вы неправильно нас задержали. Так, сидел, и что он дальше у нас сидел? Если бы он оттуда упал. В смысле, подождите. Зачем вы меня тащите самовольно сейчас? Ему? Ну, вы сильно меня сейчас тащите. Вы законы свои знаете? Зачем? Если он что-то нарушил, молодой человек, не идите с ними. Вот это вот красиво было. Ребята, я не собираюсь куда-то идти с вами. Нет, это не красиво. Так, спора нет. Привет. Нет, мы не спорим, это неправильно. Привет. Смотри, первый раз они были не такие дружные. А знакомы? Да, мы уже знакомы. Я ничего не видел, я представляю, что мы... Давай здесь, не надо его. Пойдем-то, мы стоим здесь по камерой. Без проблем, да. Я не показали, что он делает. Без проблем, не спорим. Полиция, ждем. Ждем. Давай, куда выходим? Просто мы... Давайте туда выйдем. Вы кто вообще, господа? Люди. Ну, вот сюда, здесь техническое помещение. Давайте вместе. А мы ждем с молодым человеком полиции. Виталий. Так давайте там будем ждать. Мы будем здесь ждать. А в каком основании вы его заводите в другое помещение? А вы кто вообще? Граждане. Ну, Виталий, я сотрудник охраны. Я поздравляю вас. Я не помню, но вы на суд были уже. Да, были. Вы вообще вправе, что вы сейчас сделаете вообще со мной? Вы меня ждем. Вы сейчас насильно меня пытаетесь вывести. Стойте, подождите. Вопрос, подожди, Виталий. Нет, не в адекватном. Нормальные люди на перевод. Не сидят. А что, не трезвый? Ты сейчас меня насильно пытаешься подождать. Я тебе скажу точно, что ты делаешь. Ты просто занимаешься херней и снимаешь это на камеру. Дергаешь ребят. Они имеют право тебя задержать. На самом деле. Я просто со стороны. Я со стороны наблюдал, вопрос. Я видел все это, я видел, я мимо проходил, занимался своими вопросами. Как тебя зовут? Ты кто такой? Вадим. Так идите занимайтесь своими делами. Саша, а ты хорошо. Кто такой вообще? Я не корю, Вадим Олегович. Я не знаю, как тебе сказать. Индивидуальный предприниматель. Хорошо, давай так. Очень приятно. Хорошо. Очень приятно познакомиться. Твоя деятельность какая? Я не снимал на камеру ничего вообще. Абсолютно. Я понимаю, ты занимался ерундой. Тебя какой задержали. Ерундой? В чем проблема? Какой ты ерундой? Висел на перилах. Подожди, какой ерундой? Ты сидел на перилах. Ты думаешь, это нормально? То есть ты хочешь сказать о том, что нормально человек сядет, но так вот охрану сдергиваешь. Ты специально целенаправленно сдергиваешь. Да. И при этом сейчас защищаешь какие-то свои права, которые, в принципе, никто не ущемляет. И твои друзья они сейчас... В смысле не ущемляют? Они заводят. Я попросил вас, а человек не выдыхает. Вы попросили, он отказался. Конечно. Не-не-не. Я не уверен за его жизнь, его безопасность. Я вызвал сотрудников полиции, чтобы... Они приняли решение. Нельзя вызвать, может быть, скорую человеку. Ну, пусть там. Давайте там. Не-не, я все в рамках закона. Сейчас может, нужна ему сейчас... скорая. Решайте меня свободно. Можно я пообщаюсь? Я вижу вашу поддержку. Решайте меня свободно. Нет. Вы меня заводите. Исключительно для вашей безопасности. Вызвал вам сотрудников полиции.
сотрудников полиции. Скорую вам вызвать. Какую еще скорую? Первую, а скорую тоже вызовите нам, пожалуйста. Какую еще скорую? Ну, зачем ему скорую? Ну, может, человеку плохо, понимаете? Выходите, выйти отсюда. Не, конечно, хочу выйти. А сейчас плохо станет от того, что я нахожусь здесь. Здесь душно. Мне сейчас плохо станет, потому что давайте мы здесь подождем полицию. Туда выйдем. Что, господа, мы здесь ждем сотрудников полиции. Я не уверен, потому что человек не ведется неадекватно, подача, он прыгает. Вы согласны выйти и там ждать полицию, согласны? Конечно, в полном согласии. Здесь дышать нечего. Ну, давайте выйдем. Я не уверен, я с целью безопасности. Он сказал, будет ждать полицию. Я не хочу находиться здесь. Господа, я занимаюсь своей работой и буду заниматься. Вы его не имеете права задерживать. Я жду, мы ждем полицию. Виталий, вот я давайте могу просто пойти. Вы не имеете права его трогать. Не надо, вам что плохо. Что меня хочет? Я хочу, чтобы вы подождали. Вы не имеете права его трогать. Я хочу, вдруг я вы хочу будете выйти. Сидеть. Вы я понимаете, что вы нарушаете закон. Господа, я ничего не нарушаю. Мы ждем полицию. Вы нарушаете закон. Мы ждем полицию. Он до этого закон сделал нормальный. Мы ждем полицию. Если есть претензии, вызывайте полицию, ждите. Мы ждем полицию, мы вызвали полицию. Мы ждали. Я остаюсь спокойно. Он никаких противоправных действий не совершал. Что я совершил такого плохого? Вы находитесь не в адекватном состоянии, вы пришли в общественное место. А вы отвечаете за свои слова, Виталий. Вы сели на перила. Да, я не уверен за вашу жизнь. Он сам слез с перила. Я не уверен за вашу жизнь. А если по видео посмотрят, как мне сломать? А мы полиции покажем все. Виталий, вы несете ответственность вообще за то, что вы творите сейчас? За вас. Сейчас на вас полицию вызовут. Почему? Конечно, за то, что вы незаконно ограничиваете свободу людей. Я боюсь, что я такого совершил. Я боюсь за вас, что вы спрыгнете сейчас. Мало ли, зачем вы залезли? Вот почему я хочу выйти, вы меня не отпускаете? Хорошо, смотрите, сейчас придет полиция, они не что будут делать. Сейчас. Вы будете заявление на него писать? Конечно. А на что? Ну, я уже объясню, вы что вообще? На что вы будете писать? Я защитник его. На что вы будете писать заявление? На что? Ну, и с полицией пообщаетесь. Скажите, на что вы будете писать заявление? Я все скажу. Он матерился? Чудак. Он? Чудак. Да, он матерился. У вас на видео это есть? Это... У меня нет. Смотрю, у вас это... есть на видео? Да, да есть. У кого? Мы снимали, мы просто гуляем здесь. Ну, идите гуляйте. Зачем вы сюда? Если пришли? Вы не поняли, то почему? Мы не с ним. Почему вы меня зачем? Мы видим, что вы его тащите. Я прошу. Мне не дают выйти. Даже элементарно. Вы кто вообще, защитник? Я его защитник. Ну все, хорошо, ждем полицию. Полиция вообще... Да, вы не соображаете? Мы не сотрудники полиции, вы не имеете права задерживать. В смысле? Вы сейчас мое... Ждите там. Мою свободу ограничиваете, понимаете? У вас какая нету, вы не у вас имеете нету конкретных доказательств, чтобы меня задержать. Я что-то либо украл, или еще что-то сделал, либо какой-то теракт совершил, я не понимаю. Вы... Вот, ну, вы кто передо мной? Я? Не надо нарушать мое пространство, дайте, пожалуйста. Я вас даже не трогаю, я руками прошу, сейчас. Молодой человек, у нас есть перцовый баллончик, будет сейчас вам мешать, мы можем проснем глаза ему. В смысле полицию? Я могу полицию там подождать. Если вы будете нам переграждать дорогу, будем применять спецсредства. Он мне сейчас... Вот я снимаю, вот я отошел. Я не могу пройти. Пропустите его. Я прошу вас, кто такой вообще? Пропустите его. Я прошу вас подождать. Сотрудник прибыть, сотрудник полиции. Он будет ждать. Как это понимать? Мы здесь, как это раньше. У нас здесь камера. Здесь вы понимаете, что это законное ограничение свободы. Мы сюда зашли вы не для прибытия. Не имеете полиции. Права. Вы ограничиваете мое время, понимаете? Вы меня сейчас задерживаете. Вы статью знаете вообще, нет? Это незаконное ограничение свободы. Вы читали статью? Виталий, вот подойдите вы, в суд на меня. Не, стой, подожди, вопрос конкретно к тебе сейчас. Я не буду. Вы давайте, читали статью? Давайте вы не будете сейчас со мной на «ты» переходить. Я вам все подождите, объяснил. Подождите, Виталий, давайте я буду с вами на «вы» не надо ко мне приближаться, пожалуйста. А что, вы боитесь, что ли? Ну, я не хочу, чтобы вы мне в лифт подходили. Пацан, тебе надо почему? Почему не могу? Я вас пальчиком задел вообще, не честно. Мне неприятно. А мне неприятно то, что вы меня сейчас задержали. Сейчас вас какую полицию еще? Вы о чем вообще говорите? Ты еще стоишь, его надрачишь своей перцовкой. Вот а мы ему сейчас дадим перцовку. Пусть обороняется от вас. Я никого тут не нарушаю, никого тут ничего вы, не нарушаю. Ты его пальцем трогаешь. Я вам вопрос задаю, Виталий, именно конкретно к вам. У вас есть вообще в статье то, что вы имеете право задерживать человека? Если вы будете незаконно человека, ограничить людей, мы будем вынуждены применять... вашей безопасности, мы вас можем подождать. Вы пошел отсюда. Что я такого совершил вообще? А вы кто вообще? Вы находитесь в техническом помещении. Я хочу с ним помещу. У вас пропуск здесь есть? А я могу просто... У меня есть, конечно. Молодочек, подождите, пожалуйста. Вот вы что делаете? Почему вы не пускаете? Мы ждем. Виталий. Я хочу выйти отсюда. Мы ждем полицию. Мне не нравится. Мы ждем полицию. Вы не кто? Надо ко мне приближаться. Я вас не трогаю вообще. Молодой, вы меня не упускаете. Вы кто?
Выпускай его. Мы ждем полиции. Мы все гражданины, блядь, России. Вот. Вы что говорите, блядь? Вот, конечно. Вот так вот охранники. За червонец работают, смотрите, вот этих людей. Запоминайте лица. Вот один, вот второй. Вот вы сейчас меня задерживаете. Вы сейчас меня. Вы припанете на всю Россию, ребята. Как это, Лех, называется? Ты имеешь право идти, если я был задержан, ты можешь перцовкой. Перцовкой хранить. А что, я тоже не буду считать? Давай. Это оператора выйдет. Оператора. Тут много операторов. Ну, и чё вы? Давай сюда за мной. И чё вы? Ребят, вы что делаете вообще? Незаконное ограничение свободы. А когда он залезал на туда, законы знал? Что сразу глаза-то слопали? Напиши заявление. Сейчас напишем. Да, что ты напишешь-то? Кирилл напишет на заявление, что он может на них сидеть. Порядка. Сейчас приедет полиция, там уже будут другие разговоры. Так никто не пострадал. Ты будешь сумничать с цветами здесь. Вы меня отпустите сейчас. Вы меня отпустите сейчас. Сейчас вы заявление. Вы что меня держите вообще? Мы ждем полицию и скорую помощь. А вы с кем? Потому что вам было плохо. Вы с ним? В смысле мне было плохо? Со мной все в порядке вообще. Не-не-не. Со мной все в порядке. Вы сейчас... Зачем сюда зашли-то? Кто? С ним зачем сюда зашли? Уже не имеет права не сходить. Да, конечно, ты чей его сегодня? Как, Сергей Виталий, да? Какой из вас сотрудник охраны? Да, меня не раз не затаскивали. Я не понимаю вообще. Ребят хайпуют на всю страну. Слушайте, Виталий, почему бы? Ты в качестве доказательства заснял, как они задержали. Ты его друг, да? Да, он только... Ты бы на телефон заснял бы, как они задержат для доказательства. Какие блогеры, я просто... Пригодится. Для полиции. Если вы вместе, то лучше снимай. Меня сейчас задержат. У меня ограничено время вообще просто. Вот, вызвали все. Ну, он сейчас утверждает, что нет, но мы ждем. Хищение человека. Организованное, да? Группа лиц. Вот видюшки сейчас. Полиция отправится. Перцовки не забудь. Надо было забрызгать, надо было, если бы оно у меня было. Перцовка, да. Так она не у меня, к сожалению. Я уже познал. А ты знаешь ее? Я-то нахуя что знаю. Чего ты? Я много чего знаю. А что ты много знаешь? Я много чего знаю. Сколько? Молодочек, я вас попрошу, не провоцировать вас. Молодочек, я вас попрошу. Он самый смелый, да? Конечно. Анатолий, да? Вы сколько в охране работаете? Много. Ну, много сколько вопросов вам? Еще не было тебе. Ну, вопрос к вам лично сейчас вот. С какой целью вы интересуетесь? Я вопрос задал. С какой целью вы не надо мне на ноги наступать. Пожалуйста. И вы меня сейчас не отпускаете. Мы вообще ждем полицию ради вашей безопасности. О, какой безопасности? Скорую помощь. И ждем скорую. Я... Какую скорую помощь? Я тебе надо психушку вызвать, дядя. С тобой тоже. И тебе тоже, да. Совсем тут. Глицинчик прими. В плане личной свободы вообще. Да, что сейчас творится? Человека задерживают, а? Человека похитили. Хорошо, хорошо. Меня не отпускают. Меня держат сейчас. Что я совершил такого плохого? Я понял, понял. Конечно, конечечно. Вы хотите проблем? На ваш чок вообще не понимаю. Я понял вас, конечно, конечно. Довольно вас все делов-то. Лех, я не понимаю, просто вот. Ребята, ребята, вы попали. Эх, зря, зря вы так. Человек похитили. Они думают, что имеют право в комнату людей заводить. Меня не попросили даже. Не попросили. Просили, не бри. Меня несли просто вот так вот. На просьбу можно отказ, вы в курсе? Это ж просьба. А требовать вы не имеете права сюда людей заводить. Вот я сейчас конкретно говорю. Если как вы считаете, что... Меня насильно сейчас, мои свободы решают. Ребят, вот честно, на камеру говорю честно. Вот тебе 50 человек смотрят. Как работает сотрудник охраны у Тимола? Вот, вы выражаетесь, ладно, ну что вы опять? Вы меня насильно несли. Вот конкретно вы. Хорошо. Михеев Виталий. Хорошо. То есть вы не попросили вежливо со мной. Ну как вообще вы не разговаривали. Вы просто меня взяли вот так вот и понесли сам. Молодой человек был обязан с нами пройти все. Вы даже ничего не объяснили вообще. Как вы считаете вообще? И вы сейчас меня лишаете свободы моего времени. Никакой так? Свободы мы вас не лишаем, не ограничиваем. А почему не лишаем? Пройти тогда вот здесь. А? И сотрудников полиции. Вот, какими еще самоубийствами? Залезли на перегон. Молодой человек. Алкогольного опьянения. От вас запах алкоголя. Поэтому из-за вашей безопасности, только ради вас. Вы напугали многих посетителей. Человека украли. Посетители. Уголовка. Ой, я напугал. Они прям там, ой, помогите, человек падает, да? Они обязаны ничего вам оказывать. Я все объясню сотрудникам полиции. Зачем вы позволяете себе
Можно, да, пожалуйста, ко мне не приближаться, не нарушаем его личного пространства. А личное пространство у вас? Я не знаю, зачем, что он не сопротивлялся, зачем его увидели. Он мог крикнуть, там, помогите. Вот мы увидели его тачки, за ним пошли. Ну, мне неприятно, он стоит, что? Мне неприятно, что вы передо мной. По лицу дистанционной ориентации, что ли? Вы что-то ко мне приближались? Неприятно, за что? То, что вы сейчас... Вон того Виталика надо залить кое-чем. То, что вы ограничиваете меня. Успокоительно. Меня ждут люди, понимаете? Вы меня ограничиваете сейчас. Не выпускайте его. Не мы ждем полицию ради вас. Сколько времени? Потому что вы пытались жизнь покончить самоубийством. Сколько времени? Каким самоубийством? Вы о чем вообще говорите? Вы Михеев Виталий Валерьянович, да? Валерьянович? Валерьянке бы ему не мешало бы выпить. Меня насильно тащили. Росгвардия. Это мне не нравится. Не по моей воле. Опачки, ребята. Он сейчас приедет скорая и сделает ему диагноз. Поставит. Ребят, скорая приехала. Друзья, если вы хотите, чтобы мы приехали именно в ваш город, то просто напишите комментарий под этим видео. Мы ждем вас в Самаре или приезжайте к нам в Ростов. Мы читаем все комментарии и приедем к вам. Если подпишетесь на наш инстаграм, то будете смотреть прямые эфиры с каждого рейда. А если подпишешься на наш телеграм-канал, то увидишь то, что не выйдет на ютубе. Обязательно поставь лайк под видео. Тебе не трудно, нам приятно. И нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока. Пока.